Всем привет! В этом видео буду делать себе навес под машину. Изначально не планировал снимать на камеру, так как в этом деле я не профессионал, но все равно решил поделиться своим опытом. Поздновато, конечно, начал делать навес, но самое главное, еще месяц назад я успел залить ямки под столбы. Ямки я рыл примерно сантиметров 30-40. Сначала я вырыл яму, затем засыпал песка, намочил его, запрессовал, затем засыпал щебенью, сетку наложил и залил туда цемент. Отмерил верхнюю часть, но пилить я буду на 5 сантиметров короче. Пилю на 5 сантиметров короче именно для этих опор. Сейчас буду фиксировать опору бруса.
Навес готов. Я уже 2 недели сюда загоняю машину и никак не нарадуюсь, особенно когда идет снег. Снег, конечно, немножко залетает, но это мелочь. Летом, возможно, я доработаю навес, улучшу его, сделаю покрасивее. На этом я заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. Пока.